я хочу знать тебя получше. Но надо заботиться о матери. Можем поговорить минуту-другую? До встречи, брат! Впечатляет. Я скажу, тебе премия полагается. Я идеальное оружие. Мой невинный детский вид позволяет проникнуть почти куда угодно. Остальное достигается ядом или хорошим укусом. Про темных ящеров все уже почти позабыли. Древняя традиция из старых времен. Честно? Я не знаю, что и думать. Я питаю глубокое уважение к Ситису и к Матери Ночи, и к древним обычаям. О, да. Но религия никогда меня не занимала. Я убиваю, потому что меня этому научили. Это все, что я умею. Пока Астрид довольна, я доволен. Тебе нужно поговорить с этой Муири, верно? Я слышал разговоры в Виндхельме. Ее недавно обвинили в воровстве вместе с ее любовником. Любовник, скорее всего, и будет твоим объектом. Если память мне не изменяет, он заправляет бандой разбойников. Так что тебя это может заинтересовать. Береги себя. Пусть это будет вам уроком. Нет такой задачи, с которой не справилась бы магия. Ну и была встреча с Энодием Попием. Не зря, брат. Хорошо. Надеюсь, на лесопилке все прошло без осложнений. А то там занозы, ржавые гвозди, страшная гадость. Твоя награда за отличную работу. Скажи мне, сестра, правда ли то, что говоришь? Само собой. Говорят, рудокопы друг другу просто глотки рвут. От такой работы убиться можно. Это мне нравится. Вот твои денежки. Когда прозреваешь будущее, успех тебе не гарантирован. Но, по крайней мере, его можно... Поздравляю! Хладнокровное убийство голодного попрошайки. Ха, ты просто гроза Тамриэля. Вот твои денежки. Прости, пока нет. Приходи позже. Что о твоем последнем приключении? Столько контрактов, а времени кот наплакал. Я не люблю мимов, менестрелей, актеров, акробатов, жонглеров или трубадуров. От флейтистов у меня болят зубы, особенно ненавижу шутов. Как правило, я не в восторге от трупов старух. Для Матери Ночи делаем исключение. Но я служу только Астрид. Мои контракты очень простые. Иди на место и убей объект. Но тут другое дело. Задание от Астрид обычно важнее и сложнее других. Думай головой. И ради Ситиса береги себя. Ступай уже! Вот интересно, придет ли день, когда мы будем нужны людям Скайрима? Думаю, нет. Поговори с Бабеттой о зельях. Это такая жутковатая девочка, ее ни с кем не спутаешь. Их приезд лучшее, что случалось в этом убежище за долгие годы. Астрид хороший лидер, а мы слишком долго плыли без руля и ветрил. Ты про кузнеца? Выпрашивали контракты. Но имя Ситиса.
позабыли заповеди. Темное братство превратилось в банду обычных убийц. Честно говоря, это просто стыдно. Что я даже чувствую себя немного виноватой. Да. То, что ты теперь ассасин, вовсе не значит, что тебе нужно прятаться в тенях, как крысе, и резать людей. Делай, как я. Подходишь к жертве, представляешься, поджариваешь, а потом бежишь быстрее ветра. Всегда работает. До встречи, брат. Брат. Без матери ночи не может быть темного братства. Мать заслуживает нашей верности и уважения. Хотя должна признать, что ее хранитель, на мой вкус, слишком экстравагантен. Тебя послали встретиться непосредственно с заказчиком, да? Это очень необычно. Астрид, как правило, сама это делает. Могу только предположить, что она хочет испытать все твои способности. Значит, нужно проявить вежливость и профессионализм. Береги себя. Выглядеть маленькой очень удобно. Никто ничего не заподозрит. Ты, наверное, говоришь о 200 лет назад я бы жизнь отдала за темную мать. Это было самоубийство. Но это было слишком давно. Астрид. Теперь Астрид моя и мать. Же, ты здесь в полном здравии. Ты идешь в ведьмину настойку, вы верно? Думаете, хорошая лавка. Девочка? Посмотри, что там за товар. Никогда не упускай возможности купить хорошие зелья. Или я. Да, взяток. Вот еще что. Повеселись. О, ты совершишь темное дело. Но это же не повод не радоваться жизни. Оружие. Молодость не вернуть. Поверь мне, я знаю. Жду не дождусь вестей про твое следующее дело. Да пребудет с тобой шепот Ситиса, брат. Я служу Астрид и этому убежищу. Жизнь хорошая и простая. Да. В пределе тебе понадобится добрая лошадь. Есть одна под седлом. Готова к дороге. Сколько заплатишь? Вот это я понимаю. Она твоя. И даже оседлана. Пусть дорога твоя будет без ухабов. Пределе тебе по... Есть одна под седлом. Готова к дороге. Сколько заплатишь? Вот это я понимаю. Она твоя. И даже оседлана.
Пусть дорога твоя у хабов. Хочешь, Индон? Ты закрываешь лавку и точка. Хочешь, чтобы я сдалась из страха? Этому мы будем учить свою дочь. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше. Мы не ссоримся, мы просто... Давай я тебе поесть приготовлю. Мама с папой потом поговорят. Так ты знаешь пару заклинаний? Мне что, в ладоши потом перевод? Все хорошо, надеюсь. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Нечего бездельничать. Добро пожаловать. В таверне «Серебряная кровь» есть крепкая выпивка и чистые комнаты. Почему ты на меня так смотришь? Темная брат... Боги мои, вы и вправду здесь. Черное таинство... Оно и правда сработало. Играешь сегодня? Что мне нужно? Мне нужна жизнь Алена Дюфона. Я хочу, чтобы его нашли и убили, как собаку. Сынок, я знаю столько старых баллад, что все посетители этой таверны посидеют раньше, чем я допою последний. Когда мы были вместе, я этого не знал. Но Ален, главарь банды головорезов, разбойников, они прячутся в две мерзких развалинах, Ральфтхаре. Это около Виндхельма. Там у них укрытие. Оттуда они и устраивают набеги. Иди в эти развалины. Найди Алена Дюфона и убей его. На его дружков мне наплевать. Делай с ними что хочешь. Но Ален должен умереть. Хорошо. Как только Ален умрет, я тебе заплачу. Золотом. Я скопила кое-что. Надеюсь, этого хватит. Но вообще-то... Ты есть меня не обманешь, Клем. Вся выпивка у тебя разбавленная. Там уже, сам знаешь, Лизбет не можешь платить мне столько, чтобы хватило убить. На хорошую. Не обязательно, это не входит в договор. А я и не знал, что у Лизбет проблемы, Коса. Получишь еще больше денег. Дела у Арны, это Нильсен расколотый щит. Она живет в Виндхельме. Если Нильсен тоже умрет, я тебя не обижу. Это ужасно. Я так вам сочувствую. Не ври. Я поехала в Виндхельм, чтобы навестить клан Расколотый Щит. Они мои старые друзья, и у них траур. Фрига недавно погибла. Ее убили. Мы с Аленом познакомились в таверне, когда...
когда я хотела напиться с горя. Он был красивый, очаровательный. Сказал, что я прекрасная лилия его мечты. Ален просто исцелил меня от печали. Но оказалось, что все это вранье. Он меня использовал, погубил мое доброе имя, поссорил меня с кланом Расколотый Щит. Знаешь, зачем Ален прибыл в Виндхельм? Он прослышал о смерти Фриги и решил втереться в доверие к скорбящей семье, а потом обворовать ее. Он использовал меня, чтобы добраться до моих друзей. И теперь они все думают, что я какое-то чудовище. Ален Дюфон сломал мне жизнь. А теперь я хочу отнять жизнь у него. А ты не понимаешь? Я была Тови как дочь, а Нильсен и Фриги как сестра. Но теперь они не верят, что я не виновата, ничего не слушают. Неужели они не понимают, что меня использовали, что я тоже скорбела о Фриге? Нет, они со мной обошлись как с мусором, вышвырнули меня. А если Нильсен умрет, может быть, Това поймет, что она потеряла, а? Может быть, тогда она увидит, что я такая же дочь, как и другие. А если нет, пусть потонет в слезах. А ты не понимаешь? Я была Тови как дочь, а Нильсен и Фриги как сестра. Но теперь они не верят, что я не виновата, ничего не слушают. А у тебя разве никаких дел нет? Я сама собиралась убить Алена. И Нильсен тоже, но струсила. Я даже сварила особый яд, экстракт лотоса. Может, он тебе пригодится? Просто намажем свой клинок, а потом, ну ты понимаешь. Заставь их заплатить, что они со мной сделали. А, тебе что-то нужно? Не раз... Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Да. А мы... Мы думали, мясника поймали. Кто говорил, что в городе теперь безопасно? Ты? А теперь что? Очевидно. Найди Вунферта в кровавом зале. Нам нужно понять, где мы ошиблись с доказательствами. Что же это творится такое? Я думала, город из Грамора немного... побольше. Надеюсь, когда-нибудь нам удастся узнать друг друга лучше. Я всю жизнь служил Талосу, и я не брошу дело всей своей жизни, чтобы там... Ярлы недовольны. Не все они поддерживают тебя. Эй, так ты умеешь варить зелье, да? Может, сваришь мне пивка? Что бы тебе ни говорили о моих возможностях, в основном это правда.
какая жалость. А я тут, в кровавом зале. Плохой из тебя все-таки сыщик. С чего тебе пришло в голову обвинять меня? Я сам разыскиваю убийцу. Что? Я никогда не вел никаких дневников. Могу тебя заверить. Как именно выглядел этот амулет? Я хорошо знаю этот амулет. Точнее, я наслышан о нем. Могу поспорить, что на нем когда-то был вырезан череп. Это амулет некроманта. Легендарный артефакт. Похоже, в чем-то твои выводы были правильны. Тут орудует некромант. Я заметил, что убийства происходят не просто так, а в определенные моменты. Раз теперь мы знаем, что они связаны с каким-то некромантским ритуалом, то я, пожалуй, могу предсказать, когда произойдет следующее. Ну-ка посмотрим. От Лордоса последнего зерна до Мидаса огня очага. Это случится скоро. Очень скоро. Будь завтра ночью в каменном квартале. Я почти гарантирую, что именно там убийца станет искать следующую жертву. Виндхельм называли городом королей. В моих книгах, по крайней мере. Нравятся луки, а? Я-то предпочитаю меч. Тебе удалось изгнать из Скайрима великое зло. Спасти эту землю. Знаю я таких. Напомни. В легких доспехах. Время и расслабление. Если ты тут какой замок хоть пальцем ковырнешь, я тебе устрою кару. Спасибо, что сказала. Что, тебе что-то нужно? Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе. Мастер слегка не сдержан, но я столь многому у него научился. Приятно слышать. Тебя трудно отыскать. Хорошо, что наши курьеры так настойчивы. У меня есть пара идей. Нужны три ключевых элемента. Часть из них найти будет проще, чем другие. На вершине глотки мира лежит нетающий снег. Никакая жара не может расплавить его. Затем нам нужен бивень мамонта, истолченный в мелкий порошок. Только великаны умеют это делать. Последний шаг самый сложный. Нам потребуется вересковое сердце одного из изгоев предела. Если ты добудешь для меня эти материалы, я смогу восстановить флакон. Ладно. Приходилось слышать твоих сладких речей.
До сих пор не верю, что Изабеллы больше нет. Такая была чудесная девушка. Бедный. Ничто так не радует, как хорошая кабацкая драка. Вы сделайте же что-нибудь! Напомни мне, зачем мы теряем время и расходуем ресурсы, гоняясь за легендой? Мы даже не знаем, великий стратег, но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам. Не все они поддерживают. Я рад, что тебе удалось исправить свою ошибку. Я дам приказ немедленно освободить Фунферта. Наш город у тебя в неоплатном долгу, друг. Думаю, ты заметишь, что стражники теперь относятся к тебе гораздо более радушно. Путешествуй осторожно. Мы не можем так рисковать. Что бы тебе ни говорили о моих возможностях, в основном это правда. Физическая сила и оружие — это, конечно, хорошо, но... Что теперь? Как скажешь.
Тебе что-нибудь нужно? Идем навстречу новым приключениям. Это, наверное, та самая чудесная скайримская погода, про которую все только и твердят. Заплачу свой штраф. Приеду в город равноправным членом общества.
А ты еще. Кто там? Пора покончить с этой глупой игрой. Кто там?
Не думаю, что со мной можно торговаться, как с этими проклятыми лавочниками. Добро пожаловать. В таверне Серебряная Кровь есть крепкие... Что там? Ален? Спасибо. Этот ублюдок получил по заслугам. И я слышала о Нильсен. Твоя часть договора выполнена и перевыполнена. Вот возьми. Это твоя плата, ну и
Сувенир на память. Вся мебель в этом трактире прогнила. Знаешь почему, Клеп? Понятия не... Любезная женушка, ты ведь наверняка расскажешь. Дерево прогнило. Фрабби, гостю нужна выпивка. Самому ли... Хочешь выпить? Мне нужно напомнить Клеппу, чтобы прибрался тут...